Я любил Шапалов, его команда на вышке. Какие ощущения от него в целом? Ощущения плохие, игра не получилась. Думали, что у меня отчет. Но не получилось. Старались, бились как могли. Игра не пошла. Ну как вы думаете, то Шигарь искал тренинг-лайн, и игра получилась боевой, интересной. Сегодня показали характер. Особенно настраивались на эту игру или... Настраивались на эту игру. Хотели выиграть. Не получилось. Ну и что, главное, что устраивались. Вам удачи. Давай футбол. Ахмед Баракови, главный тренер команды «Энгурс». По игре пару слов. В игре самоотдачи нет вопросов. Не нужны два гола, первый тайм их пропустили. Во втором тайме начали еще, забили гол, потом опять. Еще бы не нужны гол пропустили. Забили второй, вроде играли нормально. В конце концентрации не хватило. Пропустили все три гола. И будет 5-6-2. Самоотдачи ребятам, хотят заехать, будем работать, ошибки исправлять. В следующей игре не повторяйте эти ошибки. Учитывая результат, не буду вас долго мучить. Вам желаю удачи, всего хорошего. Хасан Исламович Аздоев, главный тренер Академии футбола «Ангушт», город Малгобек. Хасан Исламович, поздравляем с победой. Матч был непростой. Все время догоняли. Догонял по счету соперник. Настраивались ли как-то особенным образом именно под Аланию? И какая обстановка и атмосфера царила в раздевалке до матча? Спасибо за поздравления. Да, к этому матчу мы готовились. Соперник у нас был хороший. Хорошая команда. Наигрывали некоторые комбинации, изучали соперника пару дней. Все, что было на установке, то, что мы говорили, они полностью выполнили на поле. Болельщик сегодня пришел, поэтому 12 игрок за нас играл, поэтому мы, получилось, что мы больше забили. Хасан Исламович, перед перерывом пропустили не очень обязательно гол, тем самым дав размочить счет, могли уходить с двойным преимуществом в раздевалку. Что говорили в раздевалке, как настраивали ребят на вторую половину матча? После перерыва, после первого тайма мы разбирали эти моменты, где у нас, где возможности были у соперника. Тоже начали, защитников начали подключать. Эти голы забили за счет подключения защитника левого. Так особо ничего не говорили, просто так же продолжали играть, как мы готовились. Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли. Поддержали, не имели права сегодня проигрывать. Хасан Исламович, еще раз спасибо за победу, спасибо и удачи в дальнейших играх. Футболист команды «Ангушт» Боров Ибрагим. Ибрагим, поздравляем с победой, убедительная игра, хорошая встреча и победа на последних секундах. Поделись впечатлениями от этого матча, что удалось, что не удалось. Спасибо большое. В первую очередь хотел поблагодарить болельщиков за такую поддержку. Хочу сказать спасибо соперникам. Хорошо поиграли, сыграли. Ждем вас в следующий раз. А теперь, если ты вообще собираешься отвечать на вопрос, на мой вопрос, какие впечатления от игры? Вот что получилось конкретно у тебя? Может быть, что-то не получалось сегодня, поэтому пропустили два гола. Какие впечатления? Да, много чего не получалось, будем работать. А так, в общем, неплохая игра. Спасибо большое, Ибрагим. Удачи тебе в дальнейшем. Спасибо большое.